Если не секрет, что вышло по деньгам вообще? Потому что на сайте один ценник, потом доставка, фундамент, туда-сюда. По деньгам это к жене, она у нас менеджер по расходам, я по не заработку. В курсе, да? Цена... Подожди, 65 квадратов. Цена, которая на сайте, это 6, там, 6, ну, сколько? На тот момент, когда мы заказывали все вместе со всеми допами, с доставкой, с фундаментом, 6 400 000. Ее микрофон нету, поэтому... Да, дом с доставкой, все под ключ, 6 400 000. Здравствуйте, меня зовут Евгений Ширяев. О чем это видео? Оказывается, есть такие дома, которые строят на производстве. Они состоят из модулей, потом эти модули везут на участок. Все это устанавливают, доделывают, переделывают и... Представляете, до чего техника дошла. Пройдемтесь. Какие недочеты вижу я здесь? Что это такое? Что вот это такое? Это же безобразие какое-то. А вот эти вот торчат. Еще не хватало, чтобы током меня шибануло. Какая маленькая уютная комната. Ну да, кровать положил, все, спи в удовольствие. Ну-ка. Так что это? Дерево? Ладно, допустим. Смотрим, что здесь у нас. Прихожая. Сюда можно комодик. Повесим сюда одежду. Как-то так все происходит. Хорошо, хорошо. Важный момент. Садится телефон у тебя. Забегаешь, сразу же вот так, оп. Розетка здесь, сразу начинаем заряжать телефон. Кто это придумал? Это придумали гении. Слов. Ни плинтуса, заметьте, ничего этой ерунды не надо. Эти плинтусы уже вот здесь, это уже не модно давным-давно. Тьфу. Как я понимаю, здесь будет кухня. А, или там. Где-то в этом пространстве точно будет кухня. А это? Это детская дверь, наверное. Что не говори, а ванна – это ванна, понимаете? Это не этот душ, постоянно вода по колено. Ты посмотри, и здесь, что это, как вы думаете? Муляж? Нет, это плиточка настоящая сделана. Важный момент. Чтобы никто не подглядывал, как вы здесь. Все заламинировано. Мутное окно. Браво, браво. Что здесь такое? Место? Для всего хлама, пожалуйста, здравствуйте. Получается, три комнаты. Одну малышку я вам уже показал. Как вы думаете, сколько здесь квадратных метров? А вот информация написана. Открывается только это окно. У вас здесь... Дерево. Что это? Кто? В этой комнате мы еще не были. Как я уже вам не говорил, все отапливается конвекторами. Вот это малышка. Также, возможно, здесь есть... Как там называется? Это пол с утеплением? Теплый пол, возможно, есть, но я этого не знаю. Еще одна дверь для, ну, либо карликов, либо просто для... Так вот, шагнул и все, ушел туда сразу же. И до свидания. Так, что, какие-нибудь есть недочеты? Нет, все вроде ровно, все хорошо. Опа! Интересная задумка. Это чтобы стыки не было видно. Хм. И здесь что ли, чтобы стыков не было видно? Ну ладно, ладно, допустим. Неплохая задумка. Видимо, это, как называется это? Инсталляция? Ладно,